День Святого Валентина, также Валентинов день, или День всех влюбленных, праздник, который отмечается 14 февраля во многих странах мира, предположительно назван по имени одного из двух раннехристианских мучеников с именем Валентин, Валентин Латеранский и Валентин Римский. Отмечающая этот праздник дарит любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки, часто в форме сердечка, со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви Валентинки.